Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И вот буквально недавно начало выскакивать такое сообщение, наверное, обратили внимание. Сейчас перейдем в творческую студию, я вам покажу, что нужно сделать сейчас, прямо сейчас, кто занимается бизнесом в интернете и вообще, кто занимается записью видео не для детей. Здесь есть важная информация, чтобы обеспечить соблюдение закона США. Вы знаете, что YouTube это американский сервис. И здесь, короче, в настройках нужно сделать такое. Если вы в новой творческой студии, вы заходите в настройки. И на канале вот расширенные настройки, вы должны указать, например, если ваш канал по бизнесу или не касается вообще детского контента, вы должны указать, вот здесь вот поставить точку. Нет, мой канал не для детей, и там нет ничего, нет детского контента. Это обязательно нужно создать, сделать. Либо, когда вы заливаете видео, вы должны будете указывать автоматически, не автоматически, а вручную. Я это сделал для чего? Чтобы впоследствии ваши каналы не схватили страйк чисто случайно, если дети там будут у них на вашем канале что-то делать. Поэтому заходите, делайте. И всем удачи и прекрасного развития канала. Всем привет!